Итак, машина времени. К ней подключается входная дверь, выходная дверь, ну, электромагнит, клавиатурка, экранчик и реле, которое управляет двигателем, который трясет пол. А, еще к нему подключается ИК-диод, который управляет телеком. Итак, для начала включаем телек. Так, включили. И теперь включаем прибор. Так, прибор сразу включает первый файл на видео и ставит его на паузу. Вот. Выводится, введите дату. Итак, есть три выбора, ну четыре на самом деле. Можно ввести определенный код и посмотреть, какая дата сейчас в приборе. Вот, он показывает, что у нас тут 2072 год, пятница. Вот. Нажимаем любую клавишу. Вот. Также можно ввести еще одну дату, и тогда можно будет задать текущую дату. Вот. Вводим день недели. У нас сегодня вторник. И дата. Так. У нас сейчас 13.29 и 5 число 4 месяца 2016 года. Вот, он показывает, что именно такая она дата. Вот, теперь вводим неправильную дату. Он говорит, хреновая дата. Но вводим правильную дату. 10.1949. Проверяет дату. Запускает машину времени. И включает видеофайл. Ну, неважно какой видеофайл. На определенное время. Потом ставит его на паузу. Стоп. Все, это типа путешествие завершилось. Надо теперь ввести код, чтобы, собственно, пропутешествовать обратно. Вводим любой код, ничего не получается. Вводим правильный код, 1, 2, 3, 4 сейчас. И мы можем ввести дату. Да, забыл, все это время тут включались-выключались реле на дверь. Вот. Но это не очень легко показать. Так. Теперь вводим дату, из которой мы пропутешествовали. Допустим, вводим неправильную дату. Он говорит, неправильная дата. А теперь вводим правильную. Все-таки вводим дату. 05.04.2016 год. Проверяем дату. И опять запускается машина времени. Также запускается вот этот двигатель. Опять на 10 секунд. Все, стоп. Выключился телек. И прибор нас приветствует. Ну, собственно, и все.